Вот если вы говорите, капремонт переведут опять к нам, то есть вы будете курировать капремонт, как мы убедимся в том, что качество капремонта будет достойное того, не тот, та ерунда, которая в 2006 году вроде они делают, а будет что-то более лучшее, банальное качество приема, скажешь, потому что не просто там выведут деньги из капремонта при помощи капремонта, а будет действительно достойно выполнена работа. По капитальному ремонту. Да, считаю, что это на самом деле правильно. Мы теперь сами в состоянии утверждать техническую документацию. Сами с экспертной организацией и вместе с жителями будем принимать качество работ по капитальному ремонту. Обязательно будем привлекать депутатов и вас в том числе, с тем, чтобы максимально качественная, объективная была приемка каждой работы.